Он подарил нам спасение. Он подарил нам вечность. И мы сегодня радуемся с этими сестрами, которые сегодня желают вступить с Господом. Которые сегодня желают получить усыновление от самого Спасителя. От хозяина жизни. От конструктора вселенной. Который сегодня дарует чудесный подарок. Жизнь вечную. Вы знаете, друзья, дорогая сестра Оля, ты веришь, что Иисус любит тебя? Ты веришь, что Христос простил все твои грехи? Да. Ты обещаешь Ему добрую совесть? Да. По вере твоей, да. По заповеди Господа Иисуса Христа, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра Тамара, вы верите, что Христос любит вас? Вы верите, что Христос простил вам ваши грехи? Да. Вы обещаете Богу добрую совесть? Да. По вере вашей, по заповеди Господа Иисуса Христа, крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови ты, Господи, ихнюю жизнь, благослови ихнее служение пред Тобой. И да прославится имя Твое, наш Бог, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Милосердный наш Господь, я благодарна, что Ты по Твоей воле, Ты так хотел, Ты дал мне время остановиться, оглядеться, найти этот путь, Господи. Я благодарна, что есть в нашем селе такая церковь, где мы можем прийти к Тебе, нашему Отцу. Я благодарна за этот день, который наступил по Твоей воле. Я дожила до этого дня, чтобы стать Твоей дочерью, милостивый наш Господь, Иисус Христос. Благодарю Тебя за этих сестер. Благодарю Тебя за Олю, милосердный Отец, что Ты вложил ей в сердце, Господи, веру в Тебя, единого и живого Бога. И она пришла. Она услышала Твой голос. И Ты помиловал ее, слава Тебе, милосердный. Прошу Тебя, благослови ей дальнейшую жизнь. Господи, пусть Твоя всемогущая рука милости будет над ней. Пусть сила Святого Духа сопровождает ее в ее жизни, на ее путях. Господи милосердный, мы ее вручаем в руки Твои и верим, что Ты не оставишь без милости. Благослови, Господи, ее дитя. Господи милосердный, веди их дальше по этому жизненному пути, чтобы они были верными Тебе до конца. На Тебя уповаем и верим, что Ты слышишь нас. Слава Тебе!